Многие из нас даже не предполагали, что Александре Флоринской в этом году исполняется 44 года. Но как же так, ведь больше 30 лет ей не дашь. Причем ни пластики, ни изнурительных диет она не использует, а залогом своей красоты и здоровья называет любовь. Она прошла тернистый и творческий путь и только недавно получила признание зрителей и режиссеров. Медленно, но верно она двигалась по карьерной лестнице, а в глубине души мечтала о настоящем женском счастье. Александра выделялась среди своих сверстников и сегодня считается одной из самых высоких актрис нашего кино – 181 сантиметр. Такой вот подарок судьбы. И именно она предоставила ей возможность стать моделью уже в 14 лет и зарабатывать свои первые деньги. В свое время Александра получила звание «Мисс Россия» и была лицом косметологической компании в Штатах и Германии. Но уже вскоре Флоринская окончила театральный вуз и получила свою первую роль в проекте «Посвящение в любовь». Также Александра снималась и в проекте «Бригада», где она работала с известными актерами и показала себя во всей красе. Ну а широкую известность на всю страну Александра получила после того, как снялась в сериале «Ивановы Ивановы». Что касается личной жизни, то у Флоринской она не сложилась с первого раза. Она вышла замуж за красавца-актера Сергея Горобченко в 1997 году. Этот брак продлился 5 лет. Молодые и вспыльчивые супруги не смогли найти общий язык. Они ругались по пустякам, а потом пошли измены со стороны мужа. И даже рождение сына не изменило обстановку в семье. Развод был очень тяжелым, и дело даже не в разделе имущества, ведь Горобченко все оставил Александре. Очень переживал их общий сын, что папы не будет рядом, из-за чего бывшие супруги, скрипя сердцем, остались друзьями. И только второй брак для Александры стал по-настоящему счастливым. Она уверена, что встретила свою настоящую любовь. Ей стал Николай Белык, телепродюсер и лауреат премии ТЭФИ. В этом браке Александра родила еще двоих детей. На сегодняшний день Александра Флоринская по-прежнему играет в театре, снимается в кино и занимается дизайном. Ее старший сын учится на режиссера, дочь занимается фигурным катанием, а младший сын увлечен футболом. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, что вы думаете по поводу Александры Флоринской и ее творчества в кино.